Доброе утро! Завтракаем с Гришей. Гришке то же самое. Мой ребенок ищет стерку. Ну как нет? Ну что там, вообще что ли нет стерки? Нету. Гриша, где все стерки? Пойди в своем пенальчике посмотри. Гриш, ну вот стерка. Вот стерка, доставай. Где? Там нет стерки. Это манго. Достал? Нет. Достал? Вот это все надо сложить после всего, что ты натворил. Всегда надо убираться. Но это не точно, да? Я помыла раковину. Я просто счастлива. Теперь тут все блестит. Прям реально очень красиво. И сейчас буду также мыть ванную. Все это у меня, как всегда, фаберликом происходит. Вот таким вот фаберликом для ванных комнат. И вот этот пульверизатор я отдельно купила. Тоже фаберлик. Очень классная штука. Сейчас им буду распылять. Сейчас только все здесь уберу. Игрушки уберу. Все уберу. Все, теперь и раковина чистая. И ванну я вымыла, убрала отсюда все лишнее, все, что позаканчивалось. Теперь у нас из шампуней, вот, в общем, гель для душа, осталась Нивея большая туба, в Пятерочке ее покупала, Натуру Сибирику, вернее, Облепиху Сибирику. Я купила, помните, в прошлый раз я покупала два бальзама, в этот раз я купила два шампуня, и бальзам мне родня подарила на 8 марта, Head and Shoulders сижу, мне подарили на 23-е, и еще тут что-то подарили, какой-то гель для душа, в общем, не так уж и много всего. Ну как у тебя там в школе, сыночек? Посмотри на меня, как в школе? Как новое литературное чтение? Плохо? Два. Не шути. Ну как тебе уточка? Или тебе салат понравился? Все. Все понравилось? Везла Гришку, не успела заснять. У нас тут прям возле люкса будет теперь центр выдачи, как я поняла, в Элберис. Не знаю. Посмотрю потом на сайте, что там напишут. Что у нас там будет в Мышастовке. Еду с покупками. И в Магните была, и в Люксе. И еще забрала картридж, детский сад сегодня завезу. И купила там же бумагу. Сейчас покажу покупки, что купила. Купила бананов. Купила два апельсина. В Магните они вкусные, сладкие, но там косточек. Есть косточки. Сейчас очень полюбила вот такой вот творог мягкий. Он сразу идет, как будто уже со сметаной. Я сюда еще облепиху прям сверху наливаю, потому что эти коробочки не полные. И вот я доверху наливаю облепиху с сахаром и перемешиваю. Все прям очень вкусно. Купила пшено. Как кинулась сегодня варить кашу, а у нас вообще кроме гречки ничего нет. Вот купила пшено. Два молока, сахарную пудру для пряников, лимон тоже для айсинга, помидорки, вот такие вот они прям спелые, вкусные. Бананы вкусные, хлеб сразу резанный, чтобы не заморачиваться, чтобы дети сразу резали. Печенье наше любимое. Вот нашла прям большую пачку в Магните для всей семьи. С глазурью вкусная. Купила еще перловку. Мы ее тоже любим. Так, один огурец, одно авокадо. Нашла мягкое и решила взять. Еще творог. Я купила вот такую вот смесь бобовых. Здесь и горох, и... как это называется? Чечевица. И горох, и горох, и горох. В общем, здесь и горох, и чечевица. Попробую. Магнит тоже. Сушки. Морковку. И взяла еще вот такую вот пасту. Хочу ее с потрибкой сделать, с ливером. Ливер остался, сделаю вот как макароны по-флотски. Ну что, мы сидим, ждем с детьми. Забрала всех детей.
в машине, мы сфотографировались. Вы знаете, там всякие темы мечты. И моя мечта это путешествовать и с чего начинать? С загранпаспорта. Поэтому я наконец-то решилась. Сейчас меня и детей сфоткали, и мы будем делать завтра в МФЦ. Пойду делать загранпаспорт. Завтра в МФЦ. А зачем мы сегодня фоткались? Сегодня только нужно же фотографии туда еще в МФЦ донести. Что мы будем делать сегодня? Я есть буду. Помидорки? Ну, присаживайся, пожалуйста. Хорошо, договорились. У нас еще есть гречка и уточка. Будешь? А у мамы у твоей что есть? Мама, расскажи, ты будешь пробовать авокадо? Да, я буду первый раз в жизни. Ну, не второй, наверное, бутерброд, авокадо. С помидоркой. И это тосты с белого хлеба. С Богом, да, как говорится? Ну, хрустит прикольно, Родни. А на вкус? Ну, на вкус он безвкусный. Сейчас огурчик, мне так ничего приятного. Нет, с помидором он нормально. Там Коля клацает цвет. Коля клацает цвет? Да. Даже темнота, свет. Вы Зоя. Другого мальчика надо. Надо найти другого мальчика? Ты не можешь его простить? Так он целовался или обнимался? Обнимался. А с кем он обнимался? Головой. Какой кошмар, да? Все, трагедия. Так и что теперь надо делать, Зоенька? Нового мальчика надо. Нового надо найти, да? Нам уже этот не подходит мальчик? А кто ж тебе будет искать? Ну, сама найду. Сама найдешь как-то? Как это девчонки делают, да? Я тут уже доделываю прянички, которые сегодня надо делать. Сегодня у меня король лев. Оказывается, теперь это не король лев. Забыла даже, как называется. Ну, в общем, современный мультик. Так, вот этот король лев готов. Так, на сегодня печать я уже закончила. Сейчас нужно дело все в деталях. Сейчас буду добавлять детали, где нужно бантики, где нужно оттенять, добавлять всякие мелочи. Сейчас звездочки сделаю золотыми. Ты что тут, сынок? Что это такое? Вот как я вам и говорила, этот нежный творог, Савушкин продукт. Добавили туда малиновый джем от Махеев, и получилось чудо-йогурт. Да? Ничего страшного. Ну как тебе, мама, чудо-йогурт любимый? Вкусно? Какой у тебя вкус получился? Уже яблочный. Уже яблочный? Я же его смешала. А, уже яблочный. Мы туда в творог добавили малину, да? И получился яблочный. Ну что, как вам? По-моему, уже лучше. Как только аэрографом поработали, не знаю, я обожаю этот аэрограф, эффект аэрографа, когда все, эти плавные переходы. И здесь тоже. И осталось мне сделать окантовку на этом прянике и вставить палочки сюда в топпер. Здесь уже есть дырочка. Теперь сюда мы в эту дырочку добавим айсинг и вставим палочку. Айсинг, соответственно, застынет, и палочка уже точно никуда не денется и не прокрутится. Вот такая вот красота.